Когда вы доверяете Богу, когда вы говорите: «Боже, я буду двигаться вперед. Я не останусь здесь», вы получаете поддержку небес. Небеса будут с вами рядом. Здравствуйте, я Стив Келли, старший пастор церкви «Волна» Вирджиния Бич. Я люблю брать Слово Божие и оживлять его для людей в их повседневной жизни. Иногда люди думают о Слове Божьем и считают, что это какая-то книга на полке, которая никак не связана с повседневной жизнью. Но я люблю брать Библию и смотреть на повседневную жизнь, на ситуации, на вопросы, которые задают люди, и находить ответы в Слове Божьем. Вы удивитесь, когда узнаете, сколько всего Библия говорит о повседневной жизни. О том, как жить в семье, как быть хорошим отцом, хорошей матерью, как быть хорошим работником, хорошим бизнесменом, как узнать, какова Божья цель для вашей жизни. Сейчас мы отправимся в церковь «Волна», Вирджиния-Бич, штат Вирджиния. Я верю, что сегодня вы услышите послание, которое даст вам цель и поможет понять, как жить со смыслом. Вы лучше поймете сущность Бога и то, как сильно Он заботится о вас. Он желает, чтобы вы были успешны всегда и во всем. В Библии человеком, проходящим два поприща, был Иосиф. Представьте, вы помолвлены с Марией, вдруг у вашей девушки начинает расти живот. При этом Иосиф точно знает, что отец не он. Он понимает, что это не он сделал ее беременной, и он готов уже ее отпустить. Но к нему приходит ангел. И мы думаем, как же ему повезло. Ангел сказал ему, что Мария верна ему, и что в ней семя от Бога. Я верю, что Иосиф поверил ангелу. Так говорит нам Писание. Но как насчет всего его окружения? А, ну да, конечно, Бог поместил в нее семя. Мария и Иосиф слышали в свой адрес подозрения и обвинения. Они прошли два поприща. А мы, как церковь, способны пройти дополнительную милю. Авраам также прошел два поприща. Бог призывал его оставить свою землю и пойти туда, где он раньше не был. «Я приведу тебя в землю и благословлю тебя, и ты станешь отцом для многих народов. Ты будешь головою, а не хвостом. Всякого, кто благословит тебя, я благословлю. Всякого, кто проклянет тебя, я прокляну». Авраам взял с собой родственника, и они повздорили. Потому что нельзя послушать Бога лишь наполовину. Тогда Авраам говорит Лоту: «Я пойду в эту сторону, а ты иди в ту, потому что Бог сказал Аврааму: я дам тебе землю, в которую ты пойдешь». Лот выбирал прагматично. Он выбрал землю с зелеными пастбищами. Она находилась вблизи от Содома и Гоморры. Эта земля выглядела плодородной и процветающей. Но Авраам не возмутился. «Чего ты оставил мне пустынную землю?» Нет, он прошел два поприща. Он знал, что Бог обещал ему благословение. Он не боялся, что земля пустынна. Он знал, что Бог и здесь его благословит. Многие люди думают: «Вот жил бы я в другом месте, был бы благословлен». Нет, если вы знаете, что Бог с вами, даже если земля похожа на пустыню, Бог вас и там обязательно благословит. Авраам прошел два поприща, и также Давид прошел два поприща. Он отказался убить Саула, имея и мотив, и возможность. Даниил был человеком, который проходит дополнительную милю, а также Седрах, Месах и Авденага. Они сказали: «Бог наш способен избавить нас, но даже если не избавит, все равно мы не поклонимся истукану». Они прошли два поприща. «Даже если мы сгорим в печи, — сказали они царю, — то и перед смертью мы скажем: мы поклоняемся нашему Господу и верим Ему». Я не хочу, чтобы, слушая проповедь о прохождении в жизни дополнительного поприща, мы просто кричали «Аминь», но не осознавали, насколько мы далеки от этого. Много лет назад мы сделали анкетирование сотрудников, тогда мы разбирали книгу «Как помочь хорошим людям остаться». «Любите их или потеряете их» — это отличная книга для формирования команды, для сотрудников. На каждую букву была целая глава.
от буквы «A» до буквы «Z». Буква «J» означала «джорк», что значит «придурок». Считают ли вас в команде нехорошим человеком? Я предложил пасторам заполнить анкету. Иногда лидеру приходится делать такие звонки, что тебя воспринимают как нехорошего человека. Если хороший специалист потерял работу, он обращается в церковь: «Пастор, помолитесь за меня». Но что, если я пастор, и я позволил ему уйти? Тогда этот придурок я. Ладно, можете вешать на меня ярлык, но я посчитал нужным уволить его. Друзья, этого человека тоже могут посчитать нехорошим человеком. Порой лидерам приходится принимать тяжелые решения. Вы над этим задумывались? А людям кажется, что им со стороны-то виднее. Но лидеры как родители. Когда им нужно наказать ребенка, порой им еще больнее, чем этому ребенку. А люди могут воспринимать лидера как злюку, но лидер должен принимать строгие, но справедливые решения. В этой анкете, чем больше ты говорил «да», тем больше вероятности, что тебя считают плохим, и чем больше ты говорил «нет», тем меньше вероятности, что ты придурок. Эта анкета была самоанализом. Если ты ответил «да» на максимальное количество вопросов анкеты, то, скорее всего, ты воспринимаешь себя как самого плохого человека в команде. Результаты были шокирующими. Вы ведь вспомните парня по имени Джейсон Девернер? Он был образцовым служителем церкви «Волна». Я не встречал человека на земле, кто был более похож на Иисуса. Но он низко себя оценил. Все сотрудники рассмеялись. «Ты что, Джейсон? Ты добрый и любезный. Мы никогда не относились к тебе плохо». Затем я задал очевидный вопрос. А у кого анкета показала, что вас более всего уважают в коллективе? Я не стану называть вам имени этого невинного человека, но когда он поднял руку, сотрудники смеялись в три раза громче прежнего. Его это задело. А вы что, все считаете меня придурком? Тот факт, что ты не подумал, кто ты такой, смешит нас еще больше. Понятно, что мы никого не считаем придурком. Мы просто анализировали сами себя, как члены команды. Но одну шкалу я хотел бы вам привести. Это вопросы, на которые нужно дать ответ. Ты никогда не узнаешь, как добраться в нужное тебе место. Скажем, мы идем в магазин Nordstrom. Я выбрал именно этот магазин, уж не знаю. Почему? Другие магазины тоже неплохие, но этот магазин, как по мне, лучший. К сожалению, у нас в городе больше нет этого магазина, и это меня печалит. Хотя Nordstrom в нашем городе был таким убогим по сравнению с теми, что в других городах, что, возможно, даже хорошо, что его закрыли. Просто я много бываю в других городах. Ты никогда не узнаешь, как добраться в нужное тебе место, если не знаешь, где ты сейчас. Красная точка укажет, где ты находишься. Я задам вам 10 вопросов, чтобы вам понять, что вы находитесь там, где вам нужно. Смотрю, вы затаили дыхание. Порой нам кажется, что мы там, где нас еще нет. А вы готовы услышать 10 вопросов? У нас не так много времени. У меня всего несколько минут, чтобы задать вам 10 вопросов. Итак, первый вопрос. Ставлю ли я намерение помогать другим? То есть... Ищу ли я возможности кому-то помочь? Я помню наш выезд сотрудников на ретрит. Один наш сотрудник немного побил машину. Дорога была скользкой, автомобиль вывернуло, и он ударился о скалу. После ретрита все разъехались, а я спросил его: «А ты как доберешься домой? Твоя машина ведь не в порядке?» Он говорит: «Ну, доберусь как-нибудь». «Нет, тебя кто-то должен сопровождать». Все разъехались. Я сказал: «Я буду ехать рядом и присматривать за тобой». Его новый автомобиль был перекошен после удара. Мы должны всегда молиться о том, чтобы быть готовыми с радостью помочь ближнему. Не нужно постоянно пытаться перекинуть это на кого-то еще. Если на работе вы слышите, что кто-то переезжает,
Вы ищете возможности сказать: «Я помогу тебе с переездом. У тебя есть картонные ящики? Я помогу все упаковать». Проходите с ними два поприща. И вот вам второй вопрос. Стараетесь вы услышать, чего ваш ближний очень сильно желает? Помните троих воинов, которые служили Давиду? Они услышали, что Давид сильно захотел пить. Они услышали о том, что Давид так сильно хочет пить. Они жизнью рисковали, чтобы принести ему чашу с водой. Задайте себе вопрос: а хотите ли вы быть человеком, который пройдет двойное поприще? Я лично хочу быть тем, кто, услышав желание кого-то, если это в моих силах, сделает это. Со мной это произошло вчера. Мы были в магазине и встретили друзей. Я услышал, как один из них произнес вслух, что он хочет приобрести. Я сказал про себя: «Я куплю ему это». Он ничего даже не подозревал. Я хочу, чтобы мои уши были открыты, и чтобы я мог кого-то благословить и принести радость. Третий вопрос. Быстро ли я прощаю людей? Есть люди, которые до сих пор говорят о том, что им сделали 10 лет назад, как будто это было вчера. И четвертый вопрос. Быстро ли я прощаю людей, и не только своих близких людей? Тебе придется рано или поздно простить свою жену, не так ли? Аминь. Если мы любим человека, нам все же легче его простить. Но быстро ли мы прощаем людей, которые нам не близки, к которым у нас нет никаких чувств? Как насчет тех, кто что-то имеет против вас? Мы должны подставить другую щеку. Быстро ли я прощаю людей, которые мне не близки? Затем пятый вопрос. За ужином, когда приносят счет, предлагаю ли я его оплатить? Или вы за ужином высчитываете, насколько вы заказали еды, чтобы, не дай бог, не переплатить, если вы просто поделите счет пополам? Кто знает меня, тот подтвердит, что я всегда предлагаю тому, с кем ужинаю, оплатить счет. Это то, что я делаю постоянно. Это не означает, что все вы приглашены на ужин со мною, так я вообще разорюсь, но я стараюсь благословить тех людей, с кем я ужинаю. Я всегда стараюсь оплатить счет сам. Бывает, люди высчитывают чаевые. Так, вот это уже с налогом, его и считать не буду. У многих христиан репутация скупых людей. Да, Господь их все равно любит. Но я не хочу, чтобы так говорили о членах церкви Волна. Если вы не даете хорошие чаевые, пожалуйста, не рассказывайте всем, что вы из церкви Волна. Скажите, что вы из церкви Скала или из церкви какой, не знаю еще. Вообще-то я шучу, конечно. Проходите ли вы дополнительную милю? Имеете ли вы привычку быть щедрым? Ну и, наконец, шестой вопрос. Когда я последний раз делал что-то для кого-то, что очень многое мне стоило? Что-то, что заставило меня выйти из зоны комфорта? Это нарушило мои планы, вмешалось в мой график? А вы понимаете, что 90% из всех чудес, которые совершил Иисус, были результатом прямого и непрямого вмешательства? То есть Иисус куда-то направлялся, и вдруг он слышал слова: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня». А можно ли прервать нас, когда мы куда-то направляемся? Сколько чудес и божественных вмешательств мы пропустили, не позволив кому-то нарушить наши планы, не сделав для кого-то то, что заставило бы нас выйти из зоны комфорта. Прокаженные кричали: «Иисус, помилуй нас!» Иисус исцелил их. Женщина прикоснулась к краю его одежды. Иисус спросил: «А кто прикоснулся ко мне?» Он позволил себя остановить. Я молюсь о том, чтобы мы были людьми, способными пройти дополнительное поприще, чтобы кому-то помочь. Между служениями я беседовал с одним человеком. Он сказал, что был за рулем и увидел продрогшего человека, который махал на дороге, прося, чтобы его подвезли. Дух Святой проговорил к нему в сердце: «Подвези его». Он развернулся и подобрал его.
Представляю, как далеко мне нужно отклониться от пути, чтобы подвести его. Оказалось, парень живет совсем недалеко. Здорово быть послушным Богу. У нас в городе есть бездомные. Они сидят с табличкой «Пожертвуйте на пропитание». Я часто слышал от людей: «Я не стану давать им 5 или 10 долларов, потому что они пойдут и купят себе на эти деньги спиртное». Эти 5 долларов сделают погоду в вашей жизни? А для них это большая сумма. Иногда я задаю себе вопрос: готов ли я сделать то, что будет мне чего-то стоить? Что-то вы притихли. Думаю, вы говорите: хорошо, пастор, огласи уже весь список вопросов. Итак, 7-й вопрос. Стану ли я подвозить человека, если мне в другую сторону? Готов ли я проехать дополнительные несколько миль? По дороге в Иерихон написано, что священник и левит, увидев избитого, перешли на другую сторону дороги, а самарянин посадил его на осла. На современном языке он посадил его в свою машину. Вы готовы послужиться людям тем, чем вас благословил Бог? Готовы быть благословением для кого-то? Он избит, он весь в крови. Я не хочу, чтобы он испачкал кровью мой BMW, мой Mercedes, мою новую крутую тачку. Он посадил избитого на своего осла, повез его в гостиницу и позаботился о нем. Он оплатил медицинские счета и оплатил последующее лечение. Он пообещал помочь, если еще что-то понадобится. Вы ведь знаете Стива Кеннеди? Он иногда приезжает к нам проповедовать. Мой друг. Я обожаю его проповеди. Однажды он был в строительном магазине, и с ним приключилась история. У Стива Кеннеди золотые руки. В этом его может перегнать разве что Дуэйн Перри. Да, Стив приезжает к нам каждый год, останавливается у нас дома. Он приезжает на мотоцикле. Моя жена Шэрон заранее составляет список, что она попросит его починить. И когда он приезжает, я протягиваю ему список от Шэрон, и он нам все ремонтирует. Я в этом безнадежно бездарен. Я умываю руки. Мне даже как-то неловко. Шэрон составила очень длинный список того, что нужно починить, и Стив отправился в строительный магазин. Он хотел купить то, что ему понадобится, чтобы починить кое-что у нас дома. Там был покупатель, военный. Это было видно по его телосложению и манере поведения. Стив решил подсказать ему: «Знаешь, эта труба не влезет в твой автомобиль. Я на грузовике. Я могу тебе помочь. Подвезти к дому». Тот ему не поверил. Он решил, что Стив решил украсть у него трубу. Стив говорит ему: «Посмотри на мой грузовик. Думаешь, мне нужна чужая труба? Я просто хочу тебе помочь. Этот грузовик принадлежит церкви «Волна», пастор Стив Келли. Я просто предлагаю тебе помощь». Парень принял помощь. Он сказал, что дома будет ждать его беременная жена, и что Стив может завести трубу на задний двор, а сам продолжал делать покупки. Дом этого парня оказался не так уж и близко, почти в 20 километрах от магазина. Стив сказал: «Я верю, что однажды этот парень вспомнит о церкви «Волна», о ее добрых делах, и придет в церковь». Это называется «сеять семя». Так, ну что, мне уже нужно торопиться, поэтому, пожалуй, 8-й вопрос. Останавливаюсь ли я, чтобы кому-то помочь, когда мне это доставляет неудобства? Мы с Робертом были в заливе и услышали крик рыбака о помощи. Он серьезно проколол себе руку крюком, привязанным к леске от удочки, которая была в воде. Он был в шоке от боли и готов был потерять сознание. Если рыба клюнет, рана станет еще больше. Он не мог вырвать крюк из руки. Я подплыл к его лодке, она была вся забрызгана кровью. Мне не удалось самому вытащить крюк из его руки. Но я позвонил в службу спасения. Я завел его лодку, и мы подплыли к берегу. А Роберт остался в моей лодке. Парамедик оказался членом нашей церкви. Этот моряк был старым морским волком. Он часто выпивал. Парамедик готов был везти его в больницу, но он сказал: «Нет,
Ты просто вытащи мне щипцами крюк из руки. Не бойся, я выдержу». Он сначала был в шоке от боли, но потом пришел в себя и сказал: «А где это я?» «Вы в Барберс Бэй». «Где?» «Я вообще-то из Литл Крик. Зачем вы меня так далеко притащили?» «Дружище, я вообще-то спас тебя. Я спас твою лодку. Я вызвал скорую помощь. А ты еще наезжаешь на меня?» «Два поприща. А вот что нужно нам. Я делал это не для того, чтобы услышать спасибо. Он нуждался в помощи. Конечно, я подумал про себя. Больше никому и никогда не стану помогать. Люди такие неблагодарные. Я ему железяку из руки вытащил, а он вообще даже не поблагодарил». Но Бог сказал: «Еще как станешь помогать». Когда я в лодке, я оглядываюсь. Может, опять придется пережить то, что в тот раз. Но я должен быть готов снова пройти два поприща. И вот вам девятый вопрос. Когда я в последний раз подставлял другую щеку? Хороший вопрос. Иисус говорил, что мы должны подставить другую щеку. Когда вы в последний раз так поступали? Вам что-то сказали или сделали, и вы были выше этого. Вы не стали пыхать злобой и пытаться отомстить. Вы решили быть выше этого, потому что такие ситуации случаются, и есть соблазн обидеться. Но мы должны подставить другую щеку. Иисус не пацифист. Существует грань в том, как далеко можно зайти, но пока они не переступили грань, вы должны быть готовыми подставить другую щеку. Когда же вы в последний раз подставляли другую щеку? Перед вами стоит тот, кому приходится делать это слишком часто. В соцсетях я сталкиваюсь с этим постоянно. Там пишут такие неимоверные грубости, сомневаюсь, что они осмелились бы сказать это мне в лицо. Я научился относиться к этому с юмором. Теперь с меня как с гуся вода. И последний вопрос. Когда я в последний раз отдавал то, что для меня ценно? Я приведу вам очень яркий пример. Когда я был молодежным пастором в церкви Сиднея, в моей ответственности была поддержка пасторов, посланных на миссию. Мне помогала в этом милая, пожилая сестричка. Мы с ней думали, как нам помочь нашим миссионерам, которые отправились служить в Папуа-Новая Гвинея, в глубинку, где полная нищета. Она сказала: «Каждый раз, когда я буду пить чай, а в Австралии пьют чай постоянно, я буду сохранять использованный пакетик, и потом я вышлю им эти пакетики». Она так гордилась собой. Но я был молод, и мне нужно было прежде всего проявить почтение к пожилой женщине. Она годилась мне в бабушке. Я переспросил: «Простите, что вы собираетесь сделать?» Она гордилась своей идеей. «Я буду сохранять для них использованные чайные пакетики, чтобы наши миссионеры тоже могли пить чай». Я сказал: «Но это же использованные пакетики». «Да», сказала она. «А вы хотите выслать им объедки? А что если наоборот? Вы вышлите им новые пакетики чая, они попьют этот чай, и потом вышлют вам использованные пакетики». Я обличил ее, но сделал это с уважением. Я был молод, а она в годах. Она сказала: «Ты знаешь, а ты прав. Я даже как-то и не подумала». Она нашла красную точку, потом поняла, где находится. С того момента она высылала миссионерам новые пакетики чая. Потом она поняла, что не хочет пить чай из использованных пакетиков. Она стала покупать себе новый чай. Поэтому, друзья, я призываю вас проходить дополнительную милю. Целых два поприща. И это, конечно же, сложно. И порой тяжело. Надеюсь, вы что-то приняли для себя через это слово. Люблю вас, церковь! Я хочу, чтобы мы с вами сейчас отложили все и имели важный разговор лицом к лицу. Вы познали Иисуса? Являетесь ли вы христианином?
Молюсь всем сердцем, чтобы каждый, кто еще не познал Бога, смог узнать Его и увидеть, какой Он чудесный. Я проповедую Евангелие уже 35 лет и еще ни разу не приблизился к тому, чтобы в точности описать то, какой чудесный наш Иисус, описать то, как сильно Он вас любит и как Он верит в вас. У Него есть план и цель для вашей жизни. Все, что нужно сделать, это открыть свое сердце для Него. Библия говорит, что Иисус стоит у двери и стучит. Он не станет выбивать дверь. Он ждет, когда вы пригласите Его войти. Может, раньше вы уже были с Богом. Может, это было в молодости, но потом жизнь закрутила вас. Но теперь вы понимаете, что жизнь — это что-то большее, чем просто работать и оплачивать счета. Важно понять цель от Бога для вас и Его предназначение для вашей жизни. Жить не значит просто существовать. Скажите: «Господь Иисус, я прошу Тебя войти в мою жизнь. Прости мне мои грехи. Я принимаю Тебя как моего Господа и Спасителя. Аминь». Если вы произнесли эту молитву сегодня, я прошу вас зайти на наш сайт, адрес которого вы видите на экране. В раздел «Подарок» дайте нам знать, что вы приняли сегодня это решение. Специально для вас я написал книгу, которая поможет вам узнать, как начать строить отношения с Иисусом. Сообщите нам о своем решении, и мы тут же вышлем вам этот подарок. Смотрите нашу программу на следующей неделе. Или приезжайте в один из филиалов нашей церкви. Мы будем рады видеть вас. Ведь каждое воскресенье мы собираемся для вас. Благословений вам!